Специальные курсы по адаптации и тренинги. Чиновников обучают методам профилактики экстремизма. За последние 3 года около 200 человек прошли курсы повышения квалификации по этому направлению. Сейчас специалисты готовят график обучения на 2017 год. Слушатели курсов, гости из других стран получат комплект материалов, которые будут обязаны изучить самостоятельно, а также посетят лекции, тренинги и круглые столы. Известно, что чиновники будут разбирать методы успешной адаптации мигрантов и их интеграции в общество. Нужно создавать такие условия, при которых мигранты соблюдают действующее законодательство и общепринятые нормы поведения в нашем обществе. Не провоцируют конфликты,